улице на вершину мира. Под таким девизом в южной столице прошел фестиваль Red Bull BC One Camp Казахстан. Днем танцевальные мастер-классы от мировых звезд дэнс-индустрии, хип-хоп-батлы, лекции от известных диджеев города Алматы. А вечером вечеринки под открытым небом на крыше пространства Артхаус. До этого несколько лет, если не ошибаюсь, 6-7 лет проходил Cypher. Это батл по брейкингу 16 танцоров. А в этом году впервые в Казахстане проходит, ну и вообще на территории Центральной Азии, проходит именно кэмп. Кэмп — это трехдневный фестиваль, на котором мы находимся. Он включает не только батл, но и богатую образовательную программу, то есть чтобы люди могли познакомиться в целом с хип-хоп-культурой. Ну и, конечно же, богатый вообще лист артистов в этом году, поэтому вот такой праздник впервые. Действительно, прикоснуться к хип-хоп-культуре мог любой желающий. А показать свои умения на танцполе и научиться чему-то новому собралось огромное количество уличных дэнсеров. В Алмате первый раз и сразу попал на такую тусовку. Преподаватель вообще на уровне, объясняет все очень достойно, доступно, да, очень легко все, круто дается. Пока одни постигали азы танцевальных связок, другие беседовали на важные темы в жизни каждого представителя уличного стиля. Меня учили этикету, я говорю спасибо, до свидания, для меня это важно. Я подаю руку женщине, когда она выходит откуда-то, да, я спускаюсь первым по лестнице, чтобы если она упала, она упала на меня. И понимаете, да, я могу сказать тысячу раз спасибо, потому что как бы меня так учили. Поэтому я не принял брейкинг полностью, потому что брейкинг — это агрессивный типа. Что ж, остается добавить, что праздник фристайла, батлов и хип-хопа во всех проявлениях удался на славу. И будем надеяться, что подобные события войдут в историю. Peace!